Только в России каждые 20 минут один человек узнает, что у него рак крови. Многих может спасти трансплантация костного мозга. На родственного донора могут рассчитывать менее четверти больных. Для остальных во всем мире создаются регистры доноров. Для формирования такого регистра в России необходимо как можно больше участников. Быть донором не страшно, а почетно. Эту мысль организаторы и пытаются донести до всех россиян. В Сочи сдать кровь на типирование, то есть для определения генотипа, можно бесплатно в лабораториях инвитро до 23 сентября. С собой донору нужно захватить только паспорт. Национальный регистр назван именем Васи Перевозчикова, обыкновенного мальчика из российской глубинки. Ему донора так и не нашли. С того времени, благодаря российским донорам, в нашей стране сделано больше 200 трансплантаций. К регистру присоединились более 6 тысяч человек.